Всем привет, всем доброе утро. Я с утра еще осипший, непонятный. Так, что же тут какая-то ворсинка или царапина на камере, скорее всего. Да, царапина. А может и тут? Нет, это все дело в стекле. Вот. Ну что, у нас сегодня завтрак вкуснявый. Вот у нас омлетик, творожок, оладушки, карбонат, сырок. И дочь, которая хочет творожок. Да? Ты хочешь творожок? Она ждет лопатку. Лопатку ждет? Так, сегодня мы какое уже открываем на двинке на нашем? 14. 14 у нас внизу. У нас большой какой-то будет подарок. О, что будем ты кушать? Ты вот переворачивай. Переворачивать надо или кушать? Тепленькая уже. Все, можно. Здоровайся. Всем привет. Всем привет. Давай, пробуем. Ну, рассказывай. Приготовила оладушки сегодня. У меня остался кефир детский и йогурт. Я сделала без сахара обычные. То есть немножко муки и одно яйцо. Все. И вот Авелина уже попробовала. Ей вроде понравилось. Будешь еще? Нет? Ну, она вот половину уже слопала. Теперь у нее есть лопатка, можно детку гонять. Да. Самое главное гонять варьку. А, кофе же еще. А, точно, кофею. Держите. Ну, любое место. Вон там, вон на подоконнике стоит глинтвейн в кастрюльке. Который Коля. Который никто не пьет пока еще. Ну, будем, сегодня будем. Он, наверное, уже скис. Что? Что вот хочешь? Открывай. Ну, давай открывай сразу. 14-й открывай вот это вот. Дочь. Значит, вот сегодня вот здесь открываем. Вот тут. Вот это. Видишь, тут тоже есть. Опа. Вот, опа. Вау, большая шоколадка. Миша! А вторую-то дверку открывай. А зачем? Зачем, когда можно а просто... А тут подарочки нарисованы. Так, у нас опять Милочка. Да. Та-ра-та-та-та. Ну, короче, будем кушать. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Да. Говори. Эвелиша попросила камеру включить. Что-то хочет сказать вам. Что хочешь? Да. Творожок тебе не дают, да? Наоборот, дали творожок. Водичку пьешь? Ай, какая вкусная. Водичка, пониже вот так. Что у тебя там? Не заходит водичка в трубочку. Ой, какая Ляля красивая, да? Завтракает, сидит. Вот так вот она покушала. Водичкой все залила напоследок. Да? Ай, какая у тебя тарелочка. Ой, красивая такая. Ой, какая. Показываешь, да? Вот столько Авелися скушала. Тут у нее и омлетик, да? И оладушка осталась. Вот так Авелиша кушает. Кушай, мой зайчик, кушай. Вот. Да, это наш чехольчик так, доча, торчит. Так, у нас Авелина приготовилась лететь. Сейчас Коля ее возьмет, и они полетят. Ну все, держись, папа идет. Нет, пусть будет, сейчас еще кашку я тебе дам. Кого ты там поела, ты совсем не поела толком. Поклевала. Папа! Смотри, папа идет, смотри, сейчас полетите! Полетела, Авелися! Смотрите, у нас какие красоты просто. Авелина рвет обои. И она, когда у меня на руках, я, допустим, стою, что-то мою, она у меня на руках. Она рвет вот эту обоину, вот эту. И мы хотим, я не знаю, мы сделаем это или нет, но мы до Нового года решили переклеить обои на кухне. Вот это страшье убрать. Здесь вот все у нас неважно. Ну, в принципе, и предыдущие обои, когда я жила, они были такие же. Там угол такой, что как не выравнивай. Вот, и здесь тоже надо переклеить. И тут надо переклеить, и вот тут вот подклеить.
Что там подклеить надо? Заплаточки на сердце. Заплаточки на сердце? Да. А что, тебе разбили сердце? Да, ты мне разбила сердце. Да вроде и пока. И залезла туда. Пока я вроде с тобой. Пока я с тобой. Как это звучит. Пока. Да ладно. Можешь спать спокойно. Навеки вечные я с тобой. Как и ты. Ты правда? Ай! Так, все. Все помыло, все чисто. Единственное, у меня проблема с холодильником. Надо его какой-то, я не знаю, чем-то его натирать. У меня вечно он заляпанный. Вы, наверное, видели в одном видео, был заляпанный. Я его каждый день протираю, но мне кажется, нужна какая-то тряпка такая, знаете, специальная. От таких вот бывает, типа в Гринвее бывают такие тряпочки. Ну, не знаю, правда, работают они или нет. Вот, и мне нужно что-то такое, чтобы это... Может, насухо сейчас еще протру одной микрофиброй. Мы поехали в магазин на закупку продуктов. Я что-то думала заказать сначала доставку. Мы решили в Абсолюте закупиться. Но потом думаю, ладно, съездим сами. Посмотрим, нам нужно еще помимо этого, ну, там хозяйственные какие-то самим посмотреть вещи. И думаю, может, там все-таки детские товары еще есть. Вы знаете, что нам надо, я даже говорить не буду. Вот, так что едем, я, да, сижу впереди, Авелина сидит сзади. Вот, и у нас пробки в городе. Мы сейчас пока доедем, и будет уже время спать Авелине. Так что сейчас постараемся до доехать. Вот. Да, мы ехали за Нивой, это было долго. Что-то как-то он там долго все. Сейчас вроде поехали. Вот такие пробища. Надо у нас обратно, такая наледь. Куда ты ехать? Не по баррикад, надо обратно ехать. А, ну я да. Угу. Подъезжаем. Вот такой большой Абсолют есть на рабочего штаба. Авелина нашла себе книжку. Сидит в тележке. А я увидела здесь игрушки новогодние. Хочу посмотреть, что здесь есть. О! Что-то там у вас повалилось. Всякие разные игрушки. Да, всякая новогодняя мишура. Ага. Ёлочки! В общем, у нас Авелина уснула. Она у Коли на руках сейчас. Она уснула у меня, но я ему передала аккуратно ее, когда она уже уснула. И сейчас выбираю что-нибудь к чаю. Смотрю на утро Коле. Завтра он на работу пойдет опять. И вот думаю, может какую-то слойку ему, чтобы он вкусно покушал. Вот это с творогом. Вот это вот мне нравится цветочек. Я помню, раньше я брала, они очень вкусные. Были. Так, вот это с фруктовой начинкой. Неизвестно, какая там начинка. Ну, какой-нибудь джем. Вот штрудель. Слойки с ветчиной и сыром. Ну, надо взять так, чтобы... Просто я не знаю, может быть, он уже что-то здесь взял. Мы очень много всего набрали, и я не знаю, что он тут себе положил, не положил. Поэтому искать долго... Я предлагаю просто взять какую-нибудь слойку ему. Ну, вот эту может быть. Питания нет, какая-то она не мягкая. Ну-ка, вот это с черной смородиной. Чтобы если... Тоже какая-то как вчерашняя, как будто. Чтобы если вдруг он взял, она осталась, допустим, мне. Я ее съем. А если... Или две, кстати, можно ему затолкать. Он обычно на работе все съедает. Типа синабона что-то. Вот, на такую, может быть, ему взять. Или вот. Короче, я не знаю, потерялась. Как обычно, опять я у них тут потерялась. У них тут всякого-всякого много. Вот. Ладно, буду выбирать. Короче, тут наши вот покупочки. Часть уже я убрал. Например. Тут цветная капуста, две штуки, брокколи одна и... Нет, две брокколи. И быстро замороженные грибы, шампиньоны. Быстро замороженные? Да, быстро замороженные называются. Это называется? Да. Так, у нас здесь
пастри пушки на вечер, чай пить. Это Марина взяла круассан себе. Это я взял себе на работу. Да, там маковое с чем-то. Это у нас тут мандарины. Так, я там согрел. Да, это у нас цыпленок, саянский бройлер. Так, здесь у нас лапша. Это что, как она? Фунчоза же, да, называется? Фунчоза же лапша. Виноград. Видно, что видно. Да, да, виноград видно, видно. Карбонат, свинина. О, батарейка замыргала. Банан. Сыр. Сыробогатов. Масло. Тысяча озер. На работу мне кефир обезжиренный. Так, варенка, сгущенка. Кукуруза сладкая. Качан капусты белый. Ну и дочь свою игрушку засунула. Ну все. Ну, эту красненькую. Все, сейчас батарейка сдохнет до конца. И хлеб. Это наш, да, покупочки. И хлеб он один нарежет. Вот. Треугольником такой. Красивый. Раньше был по 22 рубля. Ну, стоил 22, теперь стоит он 40 рублей. Сейчас уже 40 рублей, но он вкусный. Угу. Ну все, пойду заряжать батарейку. Мы решили поиграть. У Авелины сегодня такой причесончик. Классный. И прежде чем я вам покажу, во что мы собрались играть, посмотрите, у нас небольшая перестановка. Комод у нас теперь развернут. Стол по-прежнему также стоит, но мы его немножко пододвинули. Буквально на несколько сантиметров, по-моему, парочку туда, ближе к комоду. Вот, и теперь, ну, здесь также кроватка. Здесь вот зона такая игровая. Мы хотели изначально вчера передвинуть всю мебель, местами поменять. Мы ее передвинули, да. Но сейчас вы увидите вкратце, что из этого получилось. Суть в том, что мы ее передвинули не так удобно, как должно. Да. Мы хотели, конечно, сюда поставить диван, потому что нам казалось, что мы поменяем обстановку, и, возможно, кроватка встанет сюда, и она не будет занимать много места здесь. Но все оказалось, короче, не так, как я примерно подрасчитала. Я, конечно, ожидала, что с кроваткой может возникнуть проблема. Так и, в общем, вышло. Так что все стоит также на месте. И сейчас вам покажу, как мы тут вчера, вернее, больше Коля, двигал все. И потом все на место ставил. Устала с этим диваном, блин. Мы вчера парились. Туда-сюда его, ну. В общем, смотрите. We'll be right back.
А сейчас папу Колю припрягли наклейки нам вырезать. Я... Ой, у тебя тут лежало все. Извиняюсь. Я не заметила. Я вчера дочь купила вот такую умную раскраску. Написано 0+. Я прям удивилась, что такие бывают. И купила. Ну, просто думаю, будем заниматься чем-нибудь, начинать. Уже начинает говорить больше слогов, длиннее слова какие-то произносит. Думаю, будем раскрашивать что-то, где-то красками, где-то, может, карандаш будем держать в руке. И какие-то слова вот произносить, допустим. И в конце здесь есть такая страничка, вернее, была, Коля ее уже изрезал. Мы сейчас будем вот эти все, ну, они не клейки, нам придется наклеить карандаш. Я почему-то думала, что они на клейкой основе. Будем наклеивать на елочку, вот на эту. Здесь их несколько. Вот. Но мы сейчас придумаем, как нам что сделать. Будем искать предметы и будем их клеить. Да, доченька? Ей нравится этот бантик ее. Бегает, говорит: я Леля, я Леля, я Леля. Со своим любимым морячком, она его обожает. Кстати, стала с собой его везде носить. Да. И кушать его берет с собой, и спать даже тут как-то клала. Да, и на горшок. Вот, так что, в общем, такая вот раскрасочка. Я тут еще в детском мире еще присмотрела с нуля, 0+. Ой, с нуля плюс, 1+. Вот, и хочу тоже их купить. И кое-что мы Авелине уже заказали на Wildberries на Новый год. Да? И вот еще пакетики. Ну, и кое-что еще вот там тоже лежит, но мы это будем потом, наверное, вам показывать все вместе. Вот, так что все, пошли мы это все клеить. Такой веселой ноте закончим этот влог. Коля, кстати, у нас приготовил сегодня ужин. Мы покушали. Коля готовил сегодня свинину с картошкой. Пересолил. Ну, чуть-чуть пересолил, ничего бывает. Вот. И они уже играют. Сейчас Коля будет ложиться уже. И мы еще пойдем купаться с Авелишей. Коля просто завтра рано вставать. Вот, так что всем спокойной ночи. А, и да, я вам не сказала, что мы повесили огоньки. Вы уже увидели. А я совсем забыла сказать, что мы повесили огоньки. У нас не лето. Все, прощаемся. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Алиша! Наверное. Маши, пока-пока! Пока-пока, Маши. А, там видишь, дырочку вставляет. А я! Пока-пока, дочь. Ой, у меня там такое важное дело. Пока-пока. Пока. Пока-пока, доча. Пока. В смысле?